И к другим новостям. Министр строительства Ибрагим Казибеков провел личный прием граждан. В основном люди обращались по земельным вопросам получения субсидий и жилья по госпрограммам. Жалобы были и на незаконное строительство. С такой проблемой столкнулась семья Самедовых из Избербаша. У них есть весь пакет документов на земельный участок, а в судебных инстанциях не могут доказать, что чужая стройка на их территории незаконна. Глава Минстроя Ибрагим Казибеков связался с администрацией Избербаша и взял вопрос под личный контроль. А вот мать с ребенком-инвалидом через судебные инстанции пытается получить жилье, положенное этой категории граждан по госпрограмме, но, к сожалению, она не финансируется с 2006 года. Глава ведомства обещал рассмотреть другие пути решения в поиске жилья. Общими каким-то образом действиями муниципальных властей различного уровня, как правило, эти вопросы связаны там либо с жилищным строительством, либо с земельными какими-то участками. Вот с утра мы уже рассмотрели два вопроса. Один по земельным участкам, незаконно человек имеет право собственности, на его участке строит другой человек. Подобные вопросы, они в основном будут и дальше продолжаться. Мы примем всех сегодня, всех, кто там записался. По мере наших сил и возможностей будем решать проблемы человеческие.